Поливалки, да, прям со стены фигарят. Технология, блин. Ничего, что такое. Ну и зачем я его опустил? Непонятно. Типа туда? Ну мы-то туда не пойдем. Вдруг здесь кто нычку какую оставил? И никто ничего. Обидно. Там, где пожарный выход, типа что-то осталось. А где пожарный выход, я не знаю. Хе-хе. Вы это видели? Вы это видели? Что это у разработчиков там было? Хм. Сейчас ничего нету, да? А если вернуться назад? И сейчас нету. Вы видали, какой был забавный глюк? Все с вами понятно. Все с вами понятно. Да блин. Нычка. Что тут? Нифига. Такая гамма, что там валяются дохляки, я их даже не обращаю на них внимания. Раз и дверями разрезала. Круто. Ох уж эти странные помехи. Блин, лестница у них тут так заныкана, конечно. Чтоб никто не дал. Налево, направо, налево, направо. О, знакомое место. Или не здесь все так похожи? Точно знакомое. Там он чувак отдыхает. Ой, я к нему не пойду. Вот возьму и не пойду. Я вернусь назад. Не, это правда нереально в этой игре, где все заскриптовано. Черт, придется идти до того чувака. Чувак. Why does it hurt to see this crackpot in such bad shape? Что это таки? Что это таки? Монстр. Бля. Пидорасы. Меня преследует.
За теми дверями, Николай, что-то. Туалет. Опа-опа, еще одна таблеточка. Теперь она может пережить супер удары. Супер врагов. Security room. Мяу, такой погнал туда. Мяу. Да, блин, снова все это заскриптованное говно. Блин, а там еще были двери одни вдалеке. Короче, где финальный махач? А если мы не будем запускать эту фигню? Может, здесь так можно походить? Ух ты, блин. Двери, блин, так себе. Видал я двери получше. Сейчас, сейчас обязательно почитаю эту фигню. Обязательно. А, вон там, кстати, открыта дверь. А, вернуться назад можно. Ура. Валим отсюда. То, наверное, двери, откуда я пришел, вон те. Ага. Может такое быть? Типа я отсюда пришел. 100 фунтово. Пиу. 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 Сейчас мы пойдем наверху посмотрим, потом спустимся, запустим этот мнема чего-то там. Заныкался таракашек. Да, ну выбора особо нет, надо запускать. Только не загадка, блин. Кнопка. Memorize. Memorize is the future of humanity. How humble. May memorize error fall as mankind holds its head up high and evolution's end looks down upon all that has gone before. Only then Че ты там вякаешь? Ты загадку только что толкнул или что? Ты что, реально только что сказал загадку? А ну послушаем еще разок. May memorize error fall as mankind holds its head up high and evolution's end looks down upon all that has gone before. Only then will the secret be unmasked. Вау. Это было круто. Жаль, я в английском не силен. Вы что, хотите, чтобы я тут буковки покрутил? Щит побери. Хуминис. Memorize Evolution. Ё-моё. Ё-моё. Это что еще за фигня? Да блин, твою маму. Вау. May memorize error fall as mankind holds its head up high.
and evolution's end looks down upon all that has gone before. Only then will the secret be unmasked. Да, я понял, что к черту ошибку. Да, блин. К черту ошибку. Да, я понял. As mankind holds its head up high, and evolution's end looks down upon all that has gone before. Okay. Then will the secret be unmasked. Okay. Загадки — это по нашей части. Круто, 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 круто. Фига себе, ты телепортируешься. Husband, but abandons her child. The husband admires his wife, but cannot listen to her anymore. The child loves her protecting father as she does her deserting mother. Ой, это обо мне. О моей героине. Nice family portrait. Да, да, это о нас. Чё там, блин, он сказал, мать? Слушает мужа, но отворачивается от ребенка. Окей, окей. А погодь, давай с женой разберемся. Слушается, но отворачивается от ребенка. Офигенно. Офигенно. Да блин, ёперный театр. Неудобно так, как сделано. Слушается мужа, но отворачивается от ребенка, блин. Слушать и отворачивается. О, зашибись. Ребенок, что там? Husband, the husband admires his wife, but cannot listen to her anymore. The child восхищается, но не слушает. Восхищается, но не слушает. А чё оно так это? Чё оно так дернулось? Типа я правильный вариант нашел, что ли? Восхищается, но не слушает. Да блин, сука. Восхищается. Восхищается, но не слышит. Вот это прикол. Да блин. Да там твоя башка повернута, я не вижу в этой, блин, голограмме. Твою мать. Ладно, потом разберемся с ним. Да, давайте про ребенка. Что там про ребенка? Окей. The child loves her protecting father as she does her deserting mother.
Круто, любит обоих, окей. Да, блин, не того повернул. А чё оно так, кстати, дергается, блин? Короче, она любит обоих. А вот с мужем надо что-то разобраться. А муж... Так, блин, сука. Как будет финальный махач с батькой? С батькой. Charles' final bastion is cracked wide open. Go. О, выглядит мощно. Сейчас пойдем мамке порылу дали, теперь пойдем папке дадим. Все, я гений по решению загадок. А ну уберите нахрен надпись. Цель достигнута, я понял, я хочу это сфоткать. Блин. Ё-моё, я понял. I understand. А, тут их особо не сфоткаешь. Ладно, фиг с вами. Погнали, встреча с батей. Кто эту загадку придумал, блин? Отец, мать? Кто из них такой изврат? Изврат. Представляете, она черненькая. Ну, она такая не черненькая, папа беленький вроде как, а мама черненькая. Героиня непонятно какая. Вау, придется попрыгать. Прыг. Оу, дроидыки. Они меня пропустят. Стопудово. Нет, не пропустят. А это что еще за... Пошли вы, жадок. Так, тут финиш, короче, не решили мне устроить очередную эту. Там, блин. Так, один должен стать моим другом. Ничего себе. Капец, этих нервных даже двое. Короче, всех врагов придется перевалить, которые были в игре. Да ты чё? А чё я там обходил? Там же стекло было. Я чё, дурачок? Вау, так это же было, блин, стекло. А я думал, блин, надо тут идти по краю. А вдруг, чё? Ух ты, классный, кстати, коридор, блин, ё-моё. Офигенный. Не ли на фоне коридор? Прям туда зырит. Ого, вот это кадр, блин. Погнали, еще каких-нибудь боссов. Вот здесь закройте двери, давайте. Нет. Зря. Daddy,
Guess who's coming home? Папочка уже давно себя в этот в куб перенес. Папка оцифрованный. Походу, братишки, нас ждет, наверное, финал типа без главы или я не знаю что. Да, пройду уже, наверное, до конца. I must confront my father. Yet my life story is riddled with holes. Shadows upon the canvas of my life. Once I was Nilin, an errorist, feared and hated. Capable of sculpting your memory to my whim. Once I was the adored child of the Cartier Wells, themselves adored by a society they designed. Shadows and light. It's up to me to repair the damage, to right the wrongs committed by my family. Whilst chaos threatens to consume. О, эпизод 8 есть. Ну что ж, можно тогда эпизод 8 на следующий раз оставить. To truly taste the poison that the whole world embraced. Edge guides me, and I am ready. Та Эдж молодец. Ух, как красиво, блин. Мыслительный куб. Мне интересно, он очень длинный или нет? Может, я его прямо сейчас пройду? The conception cube, the heart of this corruption. This time we nail it. No going back. Tell me about my father, Edge. Charles Cartier Wells has walled himself away for years, dreaming of his ideal future. It's here that H3O was conceived. H3O? Memorized Central Server, the place where all these memories are stored. Only your father may enter. It's up to you now. Convince him to let you in. Let's get this done. Let's get it started. Давайте надписи тут. У нас тут фотосессия. И тут они все оживают и начинают нас херячить. А ведь их тут дофига. А если пойти в другую сторону? А-а-а, нафиг. Короче, ребята, давайте, наверное... Итак, значит... Я не буду прерывать ролик и просто там где-нибудь разрежу. Вот прям здесь. Вот прям здесь. Все, вот такая пауза. И здесь я разрежу ролик. Все. Все. Всем покедова. Встретимся в 8-й части. Ну, а для себя я, конечно же, прямо сейчас вот наушнички подключу, так как я чувствую, что они скоро разрядятся. Опа. И сразу же отсюда начну играть. Но это вы увидите уже в следующей части. Все. Пока-пока.